Впереди россиян ожидает череда майских праздников. В это время одни выезжают отдыхать на природу и готовят на костре, другие сжигают листву и ветки на своих участках. Однако многие забывают о правилах пожарной безопасности, что может привести к выгораниям лесов и трагедиям. С 30 апреля в республике вводится особый противопожарный режим. За прошедшую неделю пожарными по сигналу тревоги совершено 27 выездов. Из них 2 с положенным вызовом и 7 на пожары. В связи со сложной пожарной обстановкой Республики Башкортостан с 30 апреля по 13 мая 2019 года на территории республики действует особый противопожарный режим. В связи с действующим особым противопожарным режимом не допускается разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, горючий мусор, отходы, сухую траву, листья собирайте на специально выделенные площадки в контейнеры или мешки и не допускайте складирования горючих отходов. При выезде на природу также не допускается разведение костров, использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора. За несоблюдение требований безопасности во время особого противопожарного режима административным кодексом предусмотрены штрафы. Так, граждане могут быть оштрафованы на 4000 рублей, должностные лица на 30 тысяч. Для предпринимателей наказание варьируется от 30 до 40 тысяч. Для юридических лиц сумма штрафа может составить уже 400 тысяч рублей. На период действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы, в том числе на дачных участках. Во время сухой ветреной погоды нельзя топить печи и котельные установки без искрогасителей и дымников. Пожарные города напоминают, соблюдение правил безопасности позволит избежать трагедий.